Сегодня в выпуске «Как котята попадают в приюты для животных?» Как выбрать котенка и как подготовиться к появлению пушистого друга? Первый кошачий выпуск Нового года мы традиционно начинаем в приюте «Ласка». Здесь прибавилось питомцев, и в течение года мы будем о них рассказывать, как и в прошлом году. И первая тема нынешнего года – это котята. И как они попадают в приют, а также как выбрать котенка и что нужно знать перед тем, как привести питомца в дом. Но это чуть-чуть попозже, а пока мы познакомимся с нашим первым героем. В Ласке котят намного меньше, чем взрослых кошек. Малыши редко выживают на воле, чаще всего их выкидывают еще слепыми и их не успевают спасти. Котята переносят много инфекций, их сложнее выходить и всегда есть риск заразить других обитателей приюта. В Ласке в основном живут котята-подкидыши. Здравствуйте, тут даже оказывается не один герой, а целых даже два. Рассказывайте, кто это и откуда? Здравствуйте, ну это два котенка, которые попали к нам совсем малышами, то есть сейчас им 5-6 месяцев примерно. Вот, их подкинули в приют, их было четверо. Вот, брата забрали, еще одна сестра где-то тут у нас ходит, и вот они вдвоем. Кошечек забирают гораздо реже, думают, что может принести приплод. Однако стоит знать, что в приютах все котята кастрированные, мальчики и девочки. Поэтому потомства у них уже не будет, и его не придется выкидывать в коробки на свалку, как это делают многие. К слову, кастрировать питомца можно в раннем возрасте, и это не вредно. Если вы решили брать не взрослого кота, а малыша, нужно подготовиться к его появлению в доме. Имеет большое значение, в каких условиях будет жить котенок. Есть животные, не приспособленные к частному дому, детям, другим животным. Нужно внимательно последить за поведением потенциального питомца. Он не должен быть агрессивным или слишком пассивным. Тихим котятам нужно очень много заботы и внимания, а активные будут самостоятельными, но могут хулиганить. Нужно обращать внимание и на физическое здоровье, чтобы знать, на что вы идете. Где котенка выбрать? Либо это питомник, либо это какой-то приют, либо это просто котята в добрые руки по объявлению. Во всех случаях смотрим, чтобы котенок был активный, чтобы котенок был веселый, чтобы с удовольствием шел на контакт, не шипел, не пугался рук, был любопытным, не чистеньким, именно не в плане механической какой-то грязи, чтобы не было выделений из ушей, из глаз, из носа, каких-то поражений на носовом зеркале, на коже. Многие хотят породистого, идеально красивого котенка. Нужно знать, что у них часто бывает сложный характер и породные заболевания. Они требуют много вложений и сами по себе стоят очень дорого. У беспородных здоровье покрепче. Характер, конечно, может оказаться сюрпризом, но зато комок радости, любви и благодарности может достаться вам абсолютно бесплатно. Вот эта вот, например, девочка, она такая более своеобразная, то есть она там сама себе на уме, то есть хочу – приду, хочу – не приду. А вот эта вот прям очень любопытная, очень такая наглая девочка, вот она сразу прыгает на руки с разгону, как только кто-то из посетителей заходит в котокомнату, то есть она такая более ласковая. Этих пушистиков рекомендуют забирать молодым. Пожилым людям сложнее воспитать неугомонных котят. Девочки стерилизованы, привиты, обработаны от паразитов. Им не хватает одного – семьи. И кто-то, кто сейчас смотрит на эти мордашки с экрана, может дать им самое главное – теплый и самый любящий дом. По крышам он не ходит, не ловит он мышей, и лапой он натянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу, фигуры в оправдании сошлется на судьбу. Охотник никудышный, без потому что лишний. Рыжий, рыжий кот, на диете круглый год. Колбаса, сырок, котлеты, а потом еще компот. В следующем выпуске: почему совсем маленькие щенки редко попадают в приюты? Как выбрать щенка себе по душе? Несколько советов от экспертов нашей программы.